Так, все хорошо, это выкинуть. Это выкинуть. Давайте веселиться. Давай. Обучение. Нам не нужно обучение, нам нужно начать. А, я подумал, какой-то новый контент. Ну да, богато. Ну погнали. Начинается. Звуки обновили. Подожди, там ребенок внутри? Let's put this here. Подожди. Крепко. Baby slaps. Больно не по-детски. Бьем младенцем стену, больно не по-детски. Я думаю, что мы, если умрем, то мы будем там, где эта бутылочка. То есть эта бутылочка, по сути, является идеальным оружием. Это не те крики. Да, вставай. Съешь. Возьми. You look way better here. Встал. Упай. Подожди, может быть... О, бля. Она далеко не полетит. This is where I want to start anew. Fine. Во, умом. Умом. Подожди, я пони... Моя бутылочка! В смысле? Бутылочку уронил? Нет. Стань моей тенью, не отставай от меня. Все. Конечно. Тёма. Открываешь дверь, все там крушишь, вырубаешь ловушки, тащишь все, что не приколочено. Давай, ты справишься. Кто назначил тебя тут приказывать? Сам себе прикажи. Быстро, давай. Бегом не черепах. Я-то пойду, но молись, чтобы я не вернулся. Да ты что там увидел-то такого, ёпта? Ты что, придурок? Слышь ты, иди сюда, иди сюда, дай. That ought to brush things up. Есть что вкусное, нет? Сейчас там кое-кто ответит за предательство. Сука! Okay. Подожди, во, вот теперь. Ну ты, сука! Кто теперь сильный? My trusty friend. Мой дорогой друг. Ладно, ты мне еще послужишь. Не волнуйся. Hey! Ну чё, на? Привет, на. Давай, давай. Такого я еще не видел. О, черт. О, боже мой. Я тебе сейчас... Ай... Я тебе... Кстати, я не спросил твое имя. Меня зовут Берт. Губерт. Понял. Это опасное место. Будь начеку, а не то надают по сусалам. Извини, я вегетарианец. Сало не ем. Да и я тоже. От сала все сальное. Это ведь просто дверь. Нет, я боюсь. Пожалуйста, ради меня. Я послушаюсь, но без восторга. Бог сокровищ почему-то отвернулся от меня. А, да? Это вся сцена вот из-за этого была? Наш с тобой план выглядит... А, иди сюда, не бойся. Вот так, смотри. Фу! О, я почти так и хотел, не бойся. Не ссы, все будет хорошо. Так, смотри.
С Блэком в поход я точно не пойду. А что такое? Чё не так, как ты? Вот бы напарника какого-нибудь, на которого можно было бы положиться. Талочка. Развалилочка. На секунду отвернулся. Чё там было? А, понятно. Секунду отвернулся. Это мозг? Типа, это был Стёп? Всё. О, сука. Так, это хана. Хана. Помогите. Не то. Ну, нормально, но не то. Фу, всю игру испортили, потеряли мою вишлист. Вот скажи, скажи. Давай. Ну, ты сможешь. Очень похоже, но нет. Тот звук просто, я не знаю, он не просто в два, там, в три раза лучше. Он на порядок лучше. Вы пытаетесь выгадать звук на донат? Нет, тот звук, который был изначально в этой игре, он ушел на донат, настолько он был хорош. Почему мы пьем левое? Чат был прав, надо было пить правое. Левое нас немножечко так потрепало. Я теперь нажимаю вправо, и он идет влево. Нажимаю прыжок. О, не... Куда ты выкинул? Нет! У меня все управление инвертировалось. Пойдем сюда, там вроде свет горит. Нет? Там кто-то под... Вот он. This tower feels like it's still under construction. Ура, я свободен, как птица! Предрекаю, что еще пожалею об этом. Заткнись. Вообще съедобно? Да. Слышь, дед, за такую услугу я должен сказать тебе следующее. Пойди в дверь. Ты знаешь, какую нам дверь? Вот в эту заходи. Кстати, нет возврата свет за ошибки в пророчествах. Мои волосы гладкие, шелковистые. Ого, ты постарел. Дед! В смысле, я не хочу быть улем? Ты что наделал? Раскукош? Дед! У деда по-любому есть. Теперь я еще и пьяный. Все хорошо. Так, эту бочку бить не будем. Спокойно. Он пытается меня сожрать? Вроде бы нет. Он не пытается меня сожрать. А этот? Ребята, так это же здорово. На. Вот. С днем рождения, Артурка. В честь твоего, у меня сегодня распустился цветок на кактусе буквально на глазах. Ну, да, я как бы знал. Видали, насколько все четко просчитано было? Ну подумайте просто. От правды, спасибо большое, не перехвалите. Единственное. Неважно. Да. Так, все хорошо, это выкинуть. Это выкинуть. Я выкинул бочку. Я был так близок к выходу.
Ладно, тебе без бокала нет вокала. На, но это в последний раз. Ну да, понимаю, энергетик. Так, и чё, я весь свечусь. Найс. Ты чё делаешь? Что ж. Tortoise shells. Beehives fit more than one bee. Он сказал что-то по-китайски и убился. Нет. Так, спокойно. Oh, no. Did I fail to protect you? Да я не видел, она типа слишком медленно двигается, это темное пятно. Ладно, это практически самоубийство, но если мы это сделаем... Смотри. Надеюсь, ты пойдешь впереди. Слушай, мы с тобой где-то встречались? Вряд ли. Лицо у тебя знакомое. Ты что-то путаешь, я в таких местах не знакомлюсь. А можно его приказать, слышишь? У меня появилась замечательная мысль, а потом я его потерял. Что-то с переводом после релиза стало. Раньше такого не было. Надо патчить. Точно, анимешник. Что-то нам как-то везет сегодня вот на это. Я даже не знаю... Смотри, как это проходит профессионалы. Показать, как играет профессионал и умирает. Не-не-не-не-не. Смотри. 3, 1, 4. Я все ближе и ближе. Смотри, закрепляем, закрепляем. Блин, я его покушать не принес. Самое время для ужина. Ну да, как бы, но я не принес ничего. Эта игра, господи боже. Даша там писала про удивительных людей снаружи ТП. Где там? А, про то, как она... Ну да, это да. Чтоб ты всрался. Как послать стримеру лучи скилла? Ты знаешь, это примерно как, ну, если Мухаммед Али дерется на ринге, а ты там орешь такой: «Слева бей! Тебе нужно уворачиваться!» И вот это вот все. Попробую. Ну, может быть, оно и получится на самом деле. Только дело в том, что я, конечно же, намного лучше тебя, и мне не нужно. Но спасибо за попытку. Заткнуться ты не можешь на секунду хотя бы. Ну нет! О, нет! Да. Возьми! Да возьми ты все! Лучше тебе плохого в жизни и побольше хорошего. Да и вообще, чтобы все было хорошо и сексуально. У меня один маленький апельсин. По-моему, нам нельзя сюда идти. По-моему, мы пришли в какой-то тупик. Апельсинчик мой, сейчас его я съем. Будет моим. Ну хватит, пожалуйста. Апельсинчик мой. Спасибо, хмырь, огромное, спасибо. Смотрите, в чем план. А да? Видал? Учись, салага. Габаржоп из Германии. Здорово, да. Блин, сука! Это ваша вина, понимаете, не моя. Нет, нет, так спокойно. Ну, о боже, все было бы хорошо, если бы не эта дверь. Почему постоянно, когда у тебя только все становится хорошо, наступает какая-нибудь херня, все становится резко плохо? Вот что произошло сейчас? Он уронил, он никогда ее не ронял, она никогда не разбивалась. Ужас, мне нужно... Дай мне какую-нибудь еду. Скорее.
Bon appétit. Приятного аппетита. Вот теперь мне полегчало. Неплохо. Это поможет тебе достичь новых вершин. Ленизин. Они починят меня. Они починили меня. Сука, да что ж ты будешь делать? Не по силам замахнулся. Зашел далеко, поздравляю. Не убежишь. Что? Come to Papa. Just what I needed. Хорошо. I'm coming for you. Fist of Fury. Да ладно тебе! Let's see. Посмотрим, как ты справишься без своих игрушек. Toys. No gearing up. Не смей ничего подбирать. No, подумаешь, кулаки-то у меня никто не отберет. Или хочешь попробовать? Это просто игра, которая не может делать все как следует. Я же сказал ничего не брать. Но ведь оно бесплатно лежало. Ну и катастрофа, придется звать бригаду спасателей. Вуаля! Слышишь ты? Я твой дом труба шатал. Давай до свидания. И другие мемы с 2005 года. Давай до свидания. О, это иголки. Это... О, черт. Мне хана. Вот теперь мне точно хана. Там, смотри, там был сундук золотой. Технически я могу пробежать и открыть его. Ключик! Нет! Ну нет, не могу. Олицетворение. Вот оно. Вот буквально на что похожа моя голова. Спасибо большое за поздравление сегодня, чат. Но я буду откланиваться. Давайте завтра продолжим. Мы из этого говна выберемся, но завтра сначала поиграем в хорроры.